Татьяна Марсель и Алексей пополнили число народных корреспондентов. По итогам конкурса нам прислали, и это 11-я тройка победителей. Счастливчики часто говорят нашей редакции, что вознаграждение за любопытство, интересные фото и видео – неожиданная, а поэтому вдвойне приятная удача. Что считают удачей обычные прохожие? Выиграть денежную лотерею. Ну, до старости прожить без болезней – это удача. И чтобы дети были счастливы, и внуки. Удача – это, наверное, что-то такое неуловимое. Наверное, чтобы мама была здорова, все родители и родственники. Найти нужного человека в жизни – самое главное, чтобы рядом был с тобой, чтобы в семье все было хорошо. Вот это, наверное. Какое-нибудь путешествие, неожиданное какое-то… Побыть где-то в каком-то необычном месте. Вот такая она удача. Разная и, видимо, неторопливая. Майкла Джордана выгнали из школьной баскетбольной команды. Уолта Диснея считали человеком без воображения. Сайчиро Хонда провалил собеседование в Тойоту. У Черчилля были проблемы с речью. Томас Эдисон совершил 9000 неудачных экспериментов до того, как появилась первая рабочая лампочка. Эти люди – синоним удачи. В ней ли дело?